Бизнес-центр «Парк Хуамин» с уникальным садом могут ввести в эксплуатацию уже в этом году. Это видеоверсия сайта «Моя Москва Онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Пресс-служба стройкомплекса Москвы сообщает, что бизнес-центр «Парк Хуамин» на северо-востоке столицы планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Здание строится на улице Вильгельма Пика, владение 14 в Останкинском районе. С точки зрения архитектуры, комплекс выполнят очень профессионально. Наполнение такими деталями находится на высоком уровне, рассказал главный архитектор ТПО «Резерв» Владимир Плоткин в интервью порталу стройкомплекса. По его словам, главной особенностью парка Хуамин является многофункциональность. На одном участке появится мини-город со своей инфраструктурой. Владимир Плоткин также отметил, что в Хуамине отражена концепция Китая исторического с традиционной китайской архитектурой и Китая нового, современного, устремленного в будущее. Интерьерами комплекса занимались китайские дизайнеры и архитекторы. Также появится парк, который соорудят в виде китайской деревни в их традиционном стиле со старой архитектурой и элементами парковой ландшафтной культуры. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!